Да, командир. И незачем так орать! Динара на связи. Это 4.35. Жду прибытия штурмовой группы. Готово к действию. Идем. С детства ненавижу спорт. Так. Да, командир. Моя работа, мое проклятие. Как обычно, ничего нового. Не стоило так нервничать. Выхожу на новую позицию. В процессе. Это Катрин! Нахожусь под обстрелом! Да уж куда тебе? Целься лучше! Цель. Введение. Это провал! Нет. С этой точки невозможно стрелять. Требуется воздушное сопровождение. Слушаю. Так точно. Да, это я. Биоритм. Да, это я. Эй-эй, аккуратней там! Я же живой человек! Я Тони! Для тебя, мистер Тони! Пути. Еще один. Уже в пути.
Снова в деле! Есть! Ну вот, чуть что и сразу Тони. Внимание! Черт, это было близко! Душ, куда тебе? Целься лучше! Я еще отвечу! Так точно! Моя работа, мое проклятие. Нет, вот, черт! У каждого своя судьба. Как обычно, ничего нового. Цель, видение. Да уж, это я делать научился. Медик, мне нужен медик. 3:15, под обстрелом. Никаких задержаний, полное уничтожение. Выхожу на новую позицию. Так. Нападение на группу. Нападение на группу. Сосредоточить огонь на этой цели. Пока еще живой, но это ненадолго. Уже в пути. Я сделаю это, как всегда. Это 4:35. Жду прибытия штурмовой группы. Моя работа, мое проклятие. Волка ноги кормят, да? Жопно. Так. Цель получена. Не стоило так нервничать. Выхожу на новую позицию. Как обычно, ничего нового. Попала под огонь противника. Всем быть начеку, это не учение. Цель получена. Да,
Я его вижу. Это 4.35. Требуется воздушное сопровождение. Меня так просто не выбьешь! Нет, как меня так просто не выбьешь! Цель. Видение. Иду. Да, командир. Моя работа, мое проклятие. Иду. Приступаю к работе. Иду. Пока еще живой. Так точно. Пока еще живой, но это ненадолго. В процессе. Иду. Да, я его вижу. Следую сектор. Это 4.35. Жду прибытия штурмовой группы. Никаких проблем. Проще простого. Сообщение получил. Выполняю. Никаких проблем. Иду. Готовность номер один. Биоритм. Моя работа. Мое проклятие. Следую сектор. Возможно, это ловушка. Быть наготове. Что ж, я рад, что преступник понес наказание. Наше дело правое. Я крут! Просто крут! И что? Никаких проблем. Ну вот, чуть что и сразу Тони. Четыре 4.13 на связи. Грядут перемены. Я чувствую это. Наша система зашла в тупик. Мое подразделение по борьбе с киберпреступлениями
Ха, я вижу, ты уже знаком с ними. Так вот, мое подразделение уже не первый месяц отмечает странные сигналы в сети. Эти сигналы исходят из киберцентра, комплекса, который располагается в небесном городе. Эпизодически в разных частях системы происходит сбой. Я не знаю, что это, но такое ощущение, что это не случайные всплески, а заранее спланированная операция. Знаешь, почему полиция начала охоту за тобой? После последних марсианских волнений правительство приняло решение оставшихся в живых крестоносцев заморозить. Якобы столь хорошо тренированные воины могли навредить зарождающемуся порядку. Но нам пообещали всех разморозить, когда наступит необходимость. Мы привыкли к дисциплине, и мы подчинились. В нормальном состоянии остался только я и эти четверо, что со мной в этой комнате. Почти год назад из-за сбоя работы в компьютере Криоцентра 532 отключились системы жизнеобеспечения у 80 замороженных там крестоносцев. Они умерли во сне. Тогда это было признано трагической случайностью. Но спустя 3 месяца то же самое произошло в центре 202. Еще 96 человек погибли. Потом начался ад. Каждый месяц отключался то один, то другой Криоцентр. Нас не спасали никакие блоки защиты. И тут мы получили сигнал из киберцентра от старшего научного советника доктора Мортимера, что это ты ответственен за то, что творится последние месяцы, что это ты убил наших товарищей. Поэтому мы так отчаянно гонялись за тобой. Но ты уже не первый день в бегах и не имеешь доступа в реальность, а сигналы не прекращаются. Более того, их становится больше. Теперь я уверен, это не ты виноват. А раз так, полиция больше... Сообщение получил. Выполняю. Ну а теперь основное. Я не знаю, что происходит, но я всегда готовлюсь к худшему. И теперь, я думаю, настало время сделать то, о чем я давно мечтал. Пора вернуть наших братьев-крестоносцев из плена сна, куда их поместило наше правительство. Осталось всего 4 криоцентра. Остальные уже перестали функционировать. А наше расследование по-прежнему стоит на месте. В принципе, я не имею на это права. Что ж, пусть меня осудят, но я считаю, что я должен так поступить. Иначе будет слишком поздно. Это ключ доступа к системе управления криокамерами замороженных крестоносцев. Он не активизирован, как ты видишь. Ты должен пробраться в научный центр и активизировать его УРГ, центр станции. Я не могу этого сделать. Я заметил, что за мной стали следить. И подозреваю, что это служба безопасности системы. Сделай это. Штурмовая группа прибыла в сектор. Выхожу на новую позицию. Пока еще живой, но это ненадолго. Там. И что? Слушаю! Я сделаю это, как всегда. Пока еще живой. Применение любого оружия, он должен быть установлен. Да-да. Еще стрелять, Джон. И что? А вы кого хотели?